Саппорт. Саппорт это поддержка. Я просто в доту играл. Люди пришли, вон пиво пьют, воды нету, потому что здесь ты все выпил. Опять, да? Подожди, подожди, чашки дайте. Дубль три. Вот, замерли. Уши сделаются над женой. О, да что ж так долго-то? А вот так в полевых условиях чистится чеснок. Это про хлебушек. Это просто шедевральное блюдо. Я опять боюсь масла, я опять боюсь масла. Давай, кидай, я тоже боюсь. У тебя ус отклеился. Контента не будет. Ну да. Давайте вот нам один чайничек. Хорошо. Облепиха имбирь. Мы будем, мы слушаем. Это да. Вот такой будет чайничек на две чашки. Да, отлично. А скажите, лимончик можно на черный? Дополнительно или туда? Да, можно туда. Человек. А можно, и в чай. Ну давайте туда. Можно. А нам такой же черный чай. Да, вот Цезарь есть креветки. Я начну с собой. Цезарь, Леня. А всем привет. Пицца, паста, тут что только нету. Наташ, ну зачеки тут что-то. А чай сейчас заплатить, имбирь. Облепиха. Как надо, Наташа, покажи. Сюда? Вот эти вот ходишь. Очень красивые композиции. Да? Сейчас, подожди. Вот очень красивая композиция, смотри. Так, а чай сколько? Красиво, да? Красивый столовый. А что там дальше? Пошли посмотрим. А, там туалет. Там тоже композиция. Вот. О, здесь есть вечером, если сидеть, есть эти. Зона. Вот. Зона. Да, зал заседаний. Зал заседаний. Туалет. Он хороший такой туалет. Ну, чистенько. Уютненько. Это на второй этаж, да? Кто выход? Осенний контент. Контент. Появился, Леша? Нет. Ну, что, ну Леха сказал оплатить, да, я ему деньги. Я плачу, другой. Я хочу, чтобы ты там видно. Ой, как красиво. Где ты валялся, грязный весь. Возьми побольше, отбейте. Сейчас стрелять будем, подожди. Ее вторую руку. У меня голова не прямая. Настя на тыкве. Ой, большой я... поставил на голову сегодня. Алёша мне поставил. Иди, значит, сейчас вот. Чай принесли. Прогулка. Бери, Лёха, этот каяк. Каяк. Каяки есть. Ой, не понтон как какой. Я забыл. Ну, сабборд. Сабборд. Нет, не сабборд. Спуск.
Вот здесь привада, глянь, хорошая. Вот такая. Прикольная, да? Да, да. Я вчера на ней же плавал. Ой, глянь, понтон какой, слышишь, класс. Прикольная. Это детская? Как каноэ, да? Ну вот. Да, она детская, да. Такая. Почему детская? Она может, мне кажется, порвется так. Да, маленькая. Да не, нормально. Ну вон, пожалуйста. Не, ну тебе, прикольно, слышишь, нет, охрененно. Вот тебе лодки, а пожалуйста. Сфоткай его. Удобно его? Да. Блин, охрененно его. Отпускай его. Ты не лезь туда. Дай. У нас козы не попали. Козы не попали? Не-а. Помните, вчера один человек рассказывал, что он снимать не будет ничего сегодня. Ну зачем ты вот это начинаешь? Мало ли кто вчера снимает? Что говорил. О, у тебя сахар появился. Сахар? Пять раз это сказал. А сколько ты, сколько, слышишь? А сколько вот в одном таком перевороте ложек сахара? Нет, там четверть ложки, наверное. Нет, чайная. Все. Спроси Миша. Ну зачем тебе столько? Все. И куда ты лимон положил на стол? Они, да. Я ничего про себя не говорит. То, что он за день выпил годовой запас воды здесь, просто годовой запас воды. Люди пришли, вон пиво пьют, воды нету, потому что здесь ты все выпил. Я бутылка стоит еще с этого глазоли удалось. Так он видел ее, куда запрятал? Да, на пиво. Чтоб никто не взял. Ой, да, давайте. Золи ударился прямо. Да не фотку, они со всех сторон снимают. Обложили. Это вы можете снимать, которую вы вчера... А твоя сидит. Мы фотографируем. Это наседка только села вон. Здрасте, я Настя. А здесь Вова. Экспресс-тест! Рок-н-ролл. Володя. Я убью тебя. Лодочник. Я убью тебя. Лодочник. А прайс весь на сайте есть. Красиво, красиво, да? Он на лодочке плавает. Можно этот прокат, да? Да, да, здесь можно, ну, вон и эти тоже, каяк или как ты там говорил правильно? Саппорт. Саппорт. Саппорт это поддержка. Я просто в доту играл. Ты писал саппорт? Саппорт. О! Надо сюда рыболовку нести. Все лягушек наловим, в казане приготовим французский суп. Ты вытащил рыболовку? Нет, стоит. Там даже хлеб не размок. Ее надо в другое место перекинуть на рыболовку. Да вообще, я тебе говорю, вчера светил фонарем, вообще ни одного рака не было. Вот. Конечно, они же на свет не это не реагируют. С фонарями ловят. Вов! Тебя отвязали, Вов. А он с берега. Стартуй, ты на легком старте. Садитесь, покатаю вас. 100 рублей прогулка на катере. А вы что, вы балочек идут? Хотел моряком я быть в детстве. Сто рублей прогулка морская. 100 рублей? Да. Морская? 25. Слышишь, он как правда этот. Сигареты. Да, и это матроску вот эту вот футболку. Что ж ты, капитан? Пришвартуйте, пожалуйста. Где блинчики? Где? Давайте, друзья. Утро должно быть правильно. Вот да. Так вот. Да. Это все. Доброе утро. Лёха, бутылки пива. Подождите еще раз, пожалуйста. Да и ну что ты?
Блин, у меня размыто, Лёшка, Родин получился. Он четко, чашки размыты. Я четко, о, видишь, я четкий пацан просто. Давай. Дубль три. Что, вы стучите, замрите. Все, да? Да не мы. Это руки трясутся. Вообще бомба, пушка. С сахаром. С сахаром, да. С лимончиком, да. Лимончик. Мама, я еще сахар. Нет, хватит, Демид, все. Где? Кулечек. Сколько там надо? Кулечек так. Как это? Камеру снимаю. Лёха, снимай сюда. Я. Мы утром вернем и все. Здесь комнатка тоже неплохая. А что это, нарезированные. Лёха, что это? Идём чай. Идём. Ты меня снимаешь, спрашиваешь? Нет. Батарейка садится. Снимает. Ты про шоколад говорил, Лёха. Ваш блогер сегодня такой бесячий. Он снимает, он снимает. Как его там звали? Божественно. Он снимает. Садомит. Садомит. Он снимает. Божественно, да, женой. О, да что ж так долго-то уже? Что за звуки? Глянь, кожу сняли. Лёша, почему я снимала? Не так больно было. Потому что ты не с любовью, Алёша, а с любовью. Собака сутулая. Ну, вон, когда болит, там, спина, шея, вот что-нибудь защемило. Где собака сутулая? Нас? Чё, не хватает? А, муж. Лёш, как больно. Вот мне тоже больно было. А это не так было больно. Это последний раз. А, вон, курочка. О. Поставил? А я? Вон, смотрите, уши засохшие. Точно. Засохшие маленькие уши. Нет, это уши, Миша. Давай шорки сделаем, может. Лагерь. Умывальники. Даже зеркало есть. Пойдешь в цирк выступать? Лови! Да. Стрелу поймал. А их не было в прошлый раз. Да, в прошлый раз не было. Ой, какой хвост. Нос, курнос. Эй, кочку. Мы ж не знали, что вы будете, маленький. Ой, серый, какой классный. А эти мне не знают, что они едят. Идем, все, хватит.
Укусила меня, Лёх, смотри, аккуратно. Да, 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 аккуратно, Лёнь, аккуратно. Кусает. Кусает, да? Да. Не надо. Ну, поймай, поймай. О, смотри, идёт. Кушай. Никого. Абау будешь? Меня все кусают. Сад какой-то. Что за заварушка? Барашки. Да, барашки. Ой, какой племенной. Родословный. Лебедь. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Ушел. Mortal Kombat, блин. Ты умеешь из него залазить, да? Это чей-то. Почему чей-то? Ну тут что-то лежит. Где? Вон, и люди вон все. Ну, наверное, да. Контента не будет. Ну ладно. Друзья, всем привет! Вы на канале Гриль Мангал. И сегодня мы находимся в прекрасном месте. Парк-отель Песчаное. Сегодня мы приготовим для вас отличное грузинское блюдо под названием харчо. Наталья сейчас нарежет нам лук мелко. Мы его обжарим с помидорчиками. Нож у нас очень острый. Страшно обрезать пальцы. Прям ног свои не оставь с луком. Вкуснее будет. С мясошком. С косточкой. С ногтями. Как, знаешь, напоминает ногти этот укур. Лапки куриные. Раньше варили на холодец. Владимир нам нарежет сейчас помидоров. Перед этим мы обдали кипятком, чтобы снять кожуру. Наталья, молодец. Ох, ты можешь, там прям сильно так нет, это не все равно. Здрасте, я Вася. А я сегодня просто контролирую процесс. И я тоже. Так что не плачешь еще? Да я тоже сижу, он как бы лук такой не сильный, осенний. У меня какой злой лук. Так это твой лук. Это твой лук. Семейный подряд. Рабочий процесс. Я вижу, как вы готовите. Друзья, а у нас пока готовится харчо, чтобы не остаться голодными, вот такие бутербродики. Уже не раз на канале они были показаны, но рекомендую еще раз. Прям вот рекомендацион. Как очень быстрое блюдо, как аперитивчик перед едой и прямо перекусить. Быстро и очень вкусно. Да, быстро и очень вкусно. Сейчас мы нарежем лук и вместе с помидорами и мясом обжарим. Казани. Сашка молодец.
Вот так в полевых условиях чистится чеснок. На фоне красивой природы. Блюдо нам понадобится чеснок. Поэтому Мама сейчас его подготовит. Татьяна без изъяна. Соседи у нас. Слушайте, соседи у нас прям вообще. Молодцы, ну что? Чем мы? Вот Вовка один молчит. Да. Вовка занят процессом. А я мясо порежу. Вы пока так занимаетесь этими вот нарезками, заготовками. Мелкими, да? А я крупными. Да, а я вам сейчас ребра порежу пополам. Блин, чеснок. Вообще харчо – это очень специфический суп, и не каждый ребенок будет есть такой суп. А мы приехали сюда отдыхать с детьми. Да. Возникла идея покормить их где-то не харчо. Ну, в другом месте, да, допустим. Месте. А что, какое здесь место есть? Можно зайти на сайт отеля «Песчаная», набираешь в интернете, заходишь в меню, и смотришь. То есть у них здесь есть кафе, ресторан, и прямо выбираешь, заказываешь, и тебе прям готовится. Сегодня, кстати, мы были с утра уже в этом ресторане и пили очень вкусный чай. Да, очень вкусный. Вкусный чай. И мы просмотрели меню. Вкратце просмотрели меню. И мы считаем, что вполне детей сегодня можно отправить, например, на обед туда. Они выберут себе по своим вкусовым предпочтениям любое блюдо. А там у них очень большой выбор, кстати, друзья. И очень красиво. Да, очень красиво. Да, обязательно посетите кафе. Кстати, это даже, красиво очень. Если не поесть, а просто чайку попить. Осенний декор очень красивое место, колоритное. Давай еще раз. Я жужжу. Скажи, как вкусно. А что он жужжит? Ой-ой-ой, как вкусно. Это не про хлеб. Это просто шедевральное блюдо. Это просто вкуснятина. Всегда готовим это блюдо. Да, это, кстати, блюдо такое... Ой-ой-ой! Да, беспроигрышное. Он всегда на закуску прям вообще. И быстро? Да. Вкусно. Дети, ваши вердикты. Вкусно. Алиса Алексеевна, свое мнение. Круто, очень вкусно. Да. Так, обжариваем лук. Настя, высыпай. Я опять боюсь масла, Ну, давай, кидай, я боюсь. Лёха у нас заварушку сделал такую. А как вкусно пахнет. Я вообще люблю обжаренный лук. Да. Добавляем помидорчики. И все это перемешиваем. Так, лук у нас с помидорами обжарился, сильно зажаривать не будем, потому что он не должен быть жареным. Вытаскиваем. Первый опыт в жизни. Что ты сделал? Это кукуруза. Первый в жизни. Ты же ее не закинешь. А как? Она же летать должна. Ну, потому что ты ее там стопорок есть. Вот так? Ты ее не. А, вот эту штучку опустить, да? Вот, да? Вот, смотри. А, вот так, да? Да. А вот тут что я сделала? Вот так вот, хоп. Все, смотри. И что, завожу и отпускаю, да? Завожу, ну да, она у тебя все равно не полетит. Почему? Ну, потому что стопорок. Давай. Так, а что ты мне? Во, видишь?
Да блин, ну и дальше. Май, да? Ну вот, смотри. Все, от, да? Отводи, вот, да, отводи, все. Отвела. Все, все. И сейчас вот закидывай. У тебя опять стопорок. Давай. Что делать? Давай, 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 ты скидай. Получилось. Во. У меня получилось. Получилось? Да. Ну и все, вот, вот теперь лови. Дальше хотела бы. Оно и так хватит. Не надо очки. Закидываем говядину. У нас ребрышки. У нас получается в этом мы за ней обжарили лук. И также мы варим. Будем варить ребрышки. Поэтому смотрите, что он вода грязная. Друзья, и оставляем где-то томиться часа, часика на полтора. Бульон добавим к корням петрушки и кинзы. Стопорок. Вот, он не должен. Вот. Подожди, я сейчас опущу, да. Я сильно получаю. Да, ты сильно. Подожди, я тебе чтоб в речку не выкинул. Все. Опускай. Ой! Чуть тебя не за губу. Нет, я держу, я держу. За губу не поймал. Нет, я. Смотри. И, короче, хлеб берем, нанизываем. А его нельзя вот так. Ну, не надо его смазать. А, он не, он у нас. Он сейчас раз в воде разобрался. Не, 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 не. И потом вот так вот плюнешь. Почему? А это примет такая. А я еще новенькая в этом деле. Давай. Да? Вот. И закидывай. Давай. Бери удочку. Вот. Давай, давай, давай. Ой, сейчас все будет. Все, хватит, 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 хватит. А тогда откидывай, откидывай. Нет, ты по рукой придерживай. Да, да, вот так вот. Да. И размах. Прости, господи, я тут, Настя. Не бойся. Не ссы. Давай, кидай. Как говорится. О, вообще, кайф. Да еще дальше. Не, не надо. Да не еще надо. Дальше закинуть. Не, не надо, все. Лена. Жди, да ты не увидишь. Вау. Ой-ой-ой-ой-ой. Добыча. А, блин, я не хочу их брать, Демид. Где? На, где? Хочешь, бери сам. Ой. Вон, вон они, вон они. Демид, давай я достану. Это диалоги. Это диалоги. Они выскользнут, смотри. Надо хорошо держать. О, кушок. Давай я достану. Вова, как это? Вова все кайфово готовит шашлык из курицы. Ой, я пахну говядинкой. Я как это, кобель, которому под нос спящему. Вчерашний, да? Я хотел тоже вообще-то этот... У тебя ус отклеился. Вынимаем мясо. Сейчас Настя добавляет рис. Добавляем зажарку. Время у нас подходит шашлычок с курицы. Посмотрите, как красиво зажарилось все. Ой-о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 й-
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас кто-то будет объедашки делать. Добавляем мясо. Добавляем аджики. Добавляем кимали. Добавляем уцкосунели. Опускаем кинзу и чеснок. Давай.
все, убавляем огонь, накрываем крышкой и даем настояться минут 15. И харчо готово. Лёх, остро? Остро. Горячо, остро, горячо. Сильно. Сильно? Очень остро, да. Ну... Может, пока остынет, пойдем на зарядку телефон поставим. Пойдём к нам прямо. А, окно надо открыть, проветрить, чтобы посвежее было. Какие? А не знаю, что вы там делали. Неважно. Ой, бля. Кудрявые какие-то. Так хорошо было зато. И самое главное, заходит Танька и такая, суки. Выходим, а она лежит. Зачем ты материшься? Горячий сильный вообще, я уже попробую ставить. Ну я не знаю, я подождал, ну, чуть-чуть. Демид. О, у тебя пакетик, а что у тебя пакетик? Пирожные с медовичками. Ой, блин, ты какая-то. Не дам. Ты грести умеешь? Ну, конечно, я ж пловец. Смотри, как красиво. Не страшно. Спокойствие. Конечно. Пляшут лодок, не достанут сотовый, нас пускаются магнолы. Мы на тот берег и назад. Чего вы такие все гуримые? Уезжать не хотите? Не выспались. Лёнь, я за тебя. Устал, еще семьи не было. Информатика, две пятерки стоит. Настя. Демид, тебе одно или два яйца? Два. Что это? Что это? Не знаю, там... Лёха ушел. Только с Лёхой лежит, прикинь, Марий. Лёха-младший пришел. Он скачал вчера по ходу все там. Балалайку, скрипку, Страдивари. Улегся. Мы говорим, не хочешь к маме пойти? Не, говорит, я вам буду играть. И сидит, пилюкает. Пипец. Диме, так было? Нет. Нет? Ты-то обманываешь. Угу. Приятного аппетита, приятного, друзья. Аппетита. Приятного аппетита, поехали домой. Традиции у нас румку. Заходим, у нас здесь небольшой тамбур. Проходим по прямой. Здесь у нас туалет. Туалет. Душ. Выходим с туалета, поворачиваем. Здесь у нас комната. Такие вот диванчики. Далее поднимаемся на второй этаж, и у нас там полноценный второй этаж. Вот второй этаж, вид из окна. Четыре спальных места,
дом всего 10 мест. Далее. Небольшая кухня. Холодильник, микроволновка. Чайник, газ. Котел, водонагреватель и отопление. Стол. И дальше заходим. Получается, здесь еще комната. Вот здесь стояло две кровати, мы сюда поставили третью. В принципе, вот такой вот небольшой домик вместительностью до 10 человек. Выходим из домика. Здесь такой банничек, типа беседки. И сразу озеро. Стол мы уже поставили.